Мне часто снится один и тот же сон. Я вот лежу прямо в центре поля одуванчиков. Одуванчики белые, вот эти вот пушистые. Ну, не желтая эта фигня, уже они вот зацвели. И тут все это начинает вокруг меня воспламеняться. И огонь прям приближается. И я прям не знаю, куда вырваться. И бегу прямо в огонь. Пытаюсь, и вырываюсь я оттуда, не знаю, но очень тяжело это все переносить, когда вокруг тебя огонь, и ты не знаешь уже, куда деться. Просто воспламеняйся уже сам по себе. Но в это время, наверное, что-то перемыкает, и я просыпаюсь, потому что уже действительно страшно начинается. Вот такие вот дела. Я Виталий Николаевич Кушнярчук. Родился и живу в городе Орле с 69 года. Вычеркнуто из моей жизни только 2 года армии, когда я в Орле действительно жить не мог. Вот. Ну что вам сказать, друзья? Пью я вот не помню вот с какого года, вообще реально не помню. Потому что в 90-х-то я особо не бухал. Меня уже захватили. Вот лихие 90-е меня как бы не обременяли особо бухло. Хотя я там подбухивал, но не так лихо, как сейчас. Вот. И что? Что дальше-то сказать? Вот, знаете, вот про алкогольный сон могу вам немного поведать. Ну как... Если у меня вот есть с вечера бухло, я выпиваю его практически все. Но если его много, то мне даже на утро немножко остается. Я потому что включаю компьютер, сижу там, мать рядом телевизор смотрит. У меня все 33 удовольствия, собственно, есть. Но не бухать я уже как бы не могу, но вот так вот захватила меня вот ядовитая гадина, блин. И вот я сижу, пока уже я не чувствую, что я плыву. Иду на балкон, покурю. Еще посижу минут 15, блин. Потом я чувствую, меня клонит. Выключаю компьютер, эти телевизоры, ложусь. Ну, засыпаю практически сразу там. Ну да, потому что все это... типа снотворных препаратов всяких. И засыпаю. Бабах. Думаю, блин, ну что, пора просыпаться. Ну что-то мне там подсказывает, что пора просыпаться. И я просыпаюсь. Ну когда во сколько? Вот иногда до утра могу поспать. Но это редко бывает. В основном я там 4 часа сплю. Но этого мне хватает. Я потом даже целый день бодрый могу ходить. Вот. Опять включаю все причиндалы. Радио, радио у меня нет, давным-давно. Компьютер, телевизор. Слушаю телевизор. Играю в зомби-ферму. Смотрю, так, по карманам сразу прошарил. Осталась ли мелочь? Хорошо, можно даже 20-ку иногда найти.
Думаю, так, либо к барыге пойти за самогоном, а больше ни на что не хватает, тем более он наливает на любые суммы. На 10 рублей, может, на 1, на 20. 20 это уже считаю, что я богатый. Иду к нему, беру, если, конечно, у него совоз был. Потом, короче, от него опять домой. На улице мне нехрен бухать, меня на то и дело забирают мелки. Иду домой, по дороге я остановился. Там на приборке возле одного дома, я знаю его, там написано «не пей». Стою, наливаю себе стопку прям. Прям ее глыть. Так, провалилось, смотрю, нормально. Но догнаться надо еще. Иду, там у меня несколько магазинов, вот, и там, ну, какие-то Пятерочки, Магниты какие-то, еще не пойми что. Останавливаюсь после этого Пятерочки, за угол зашел, еще тебе налил немножко. Опять, короче, хлып. Вот здесь вот самое важное — закурить. Прям это сам, прям, короче, я знаю, что, короче, у меня сигарета кончится до дома. Чтобы уже я вот пришел домой, и по мне все уже было, как бы, все там устаканивается, пока вот я иду курю. Дохожу до дома, захожу домой, а там уже по обстоятельствам. Может, кто-нибудь вызвонит меня, может, у самого какая мысль в голову придет. Ну вот и так вот, а потом опять все по кругу вот так вот и пошло. Но иногда, правда, бывает, что я там с какими-нибудь алкашами там останавливаюсь, которые там пенсию получили или зарплату. И после зарплаты на работу там не ходят неделю, с ними можно подбухнуть. Они же начинают становиться щедрыми, когда подопьют, и давай, короче, бабки направо и налево швырять. А давай еще, а давай еще, а давай сразу купим ящик водки, блин, и не будем никуда ходить, чтобы не маячить там перед ментами. Вот такие вот. Вот, собственно, вот так вот день-то и проходит. Я даже не знаю, что еще прибавить, убавить. Я соцработник. Ну как, ну мне какие-то там идут бабки, но за меня их мать получает. Что выделит, то выделит. Да главное, жрать дает, остальное себе найду. Если б я жил бы 1000 лет, может быть, я тогда и вообще не бухал бы, блин. А тут все равно жизнь, она короткая такая, что хрен знает, как поживешь. Он... Люди вообще не бухают, ничего не делают. Бабах, он в самолете разбились или в автокатастрофе. А я-то уже знаю, что если я и поддохну, то, блин, вот что мне даст здоровый образ жизни? Да ни хрена он не даст. Вот я займусь здоровым образом жизни, так же в какой-нибудь самолет сяду, а он, сука, в Черное море упадет. И вот что, до чего меня до здоровой жизни довел? До падения в море? Ну, так как. Есть у меня небольшие радости там, ну, я не знаю, радости мои заключаются в каком-то ограниченном пространстве. Ну вот я вот, допустим, радость у меня, я вот утром просыпаюсь, по карманам прям пошурыкаю. Слово какое-то непонятное я бы, конечно, придумал, пошурыкаю. Ну смотрю, это как есть там, да, 20 рублей, уже можно к барыге пойти. Ну, правда, иногда бывают такие обломы, он говорит, не подвезли еще. Чего? Не подвезли, так не подвезли. Иду во двор к Еськину, эти там стоят. Алкатня эта, монастырская, во главе с Агыгой. Они там еще знают точку одну. Я ее, правда, не знаю. Но они знают, там...
то же самое, что и здесь, и столько же стоит, только говорит качеством, она говорит лучше. Вот с ними там подвыпьем, потом опять на трассу пошел, ну, у меня один путь там, я уже прям туда могу вообще в беспамятстве пойти и дойти все равно до дома. Ну, вот такое вот утро хреновое.